Какой кошмар. Это она только открылась. Что, мои хорошие, отстояла очередь. Вот это в толпе. Коробки только вот такие. Можно было бы в пакет. Боюсь, переломается у меня там чего-то. Вот, так что маловат пакет. Короче, я... Будем добиваться, чтобы коробка забилась полностью. Вот на меня все крымчане обижаются, что я там Крым ругаю. А вот почта у нас в Черноморском там замечательная. И девчонки работают замечательные. А мурманские почты я терпеть не могу. Работают случайные люди. Никто не шевелится. Ой. Проблемы. Я вот пока стояла, мужчина ушел злой, орал. Письмо потеряли. Ну, в общем, все как всегда. И вот эта оплата коммунальная на почте, из-за этого такие очереди. И вечный там бардак. Зато забита вся почта подушками, чаем, консервами, шампунями, черти чем. Не умеют так денег заработать. Зарабатывают продажи всего подряд. Лучше бы со своей работой справлялись. А девочкам моим из Черноморска с почты, привет, мои золотые, я вас очень люблю. Я все хожу, любуюсь на заснеженные кусты. Сирень-то. Сирень цветет в Мурманске в конце июля. Июля! Представляете? Вот сейчас минус 13. Ветра нет, комфортно настолько. Просто. Я даже не хочу, чтобы потепление было. Вся эта красота растает. А бывают после морозов потепления. А что сейчас в лесу творится? Елки заснеженные, все вот это. Бин висит на деревьях. А я заходила еще в один фикс-прайс. Это уже третий. И сейчас доеду, тут рядом еще один есть. Раз у меня мне такую коробку выдали на почте огромную, надо ее чем-то забивать. Вот, а тем более у них привоз. Видите? Машинищи какие привозят. Вот, сейчас еще один заеду. Потом вам покажу. Вот, что-то есть в одном фикс-прайсе, что-то другое в другом. Ну вот, я приехала. Фикс-прайс на свой любимый район. Вот тут финские, норвежские продукты. Сегодня только вот такую шоколадку ели. Да, цены, конечно, ну что, доллар, евро растет, поэтому все растет. Еще с Нового года. Да. Какие-то шапки огромные. Есть отдел, но тут в основном декораторство, куклы. Сейчас зайду, посмотрю, может,
Может, и бусинки какие есть. Мои дорогие, не стала я снимать опять в фикс-прайсе. Тем более я в двух была магазинах. Я вам сейчас просто покажу, чего я купила. Я купила вот такой имбирный чай с апельсином. Ну, это Вите. Вите, другу моему. Я ему всякие чаи покупаю, таких, которых у нас нет там в Крыму. Так, купила наклеечек для декорирования. Для декора. Вот, я вот такую покупала. Мне очень понравилось. Вот купила теперь три разных всяких. Так, что ты у меня не фокусируешься? Вот. Вот такие всякие с замочками, с ключиками, с часами. Всякие штуки. И купила вот такую еще наклейку. Куда-нибудь это мне все пригодится. Вот давно хотела купить себе вот такую бокс такой. Вот. Я когда что-то делаю, у меня вечно на столе бардак. Непонятно что. Ну, думаю, может быть, мне это поможет. Хотя дело такое. Вот, купила еще вот такую коробочку. 55 рублей она стоит. С крышечкой. Так, купила вот такой вот перец. 55 рублей он стоит. Ну, раз у меня теперь коробка большая, на почте мне продали, надо же ее чем-то забивать. Так, и купила набор средних эластичных крышек и маленьких. Сейчас я открою, вам покажу. Вот, видите, какие они? Они тянутся на чашки, на банки. Вот они растягиваются, вот эти маленькие, до 10 сантиметров. Вот, а вот эти уже средние, которые, они, видите, вот на миске, ну, на, как, на салатнике, на миске, они уже до 15 сантиметров растягиваются. Вот, я так считаю, что такие вещи всегда нужны в хозяйстве. Вот. И купила вот овощечистку. Но это для Гриши. Он не умеет ножом чистить картошку. Она такая легкая, просто вот. Просто очень легкая. Вот, так что вот так. Сегодня у меня день прошел. А, забыла еще я, что купила. Вот, и купила разогревающий бальзам. Яд Гюрзы с барсучим жиром. Не знаю, достали меня мои ноги. Вот попробую помазать, может быть. Вдруг легче станет, правда ведь? Хочется же надеяться. Но вот я намазала, правда, прям согревает. Не знаю. Вот, тут яд гюрзы, барсучий жир, экстракты золотого уса, крапивы, окопника, камфору, масло кедра, перца, можжевельника, розмарина и лаванды. 55 рублей стоит. Ну, вот посмотрю. Вот. Так что вот так. Ну, коробку-то я забью, конечно, постепенно до отъезда. А что, все нужно. У меня же весь дом в этих во всяких коробочках. Фурнитура прибавляется, какая-то убавляется, какая-то прибавляется. Купила себе, мне так нравится. Напиток безалкогольный, негазированный, пастеризованный, с семенами базилика. Вкус манго. Девчонки, он такой вкусный.